В Республиканской библиотеке прошла встреча творческой интеллигенции в рамках литературного фестиваля «Лермонтовские чтения». Мероприятие посвящено сразу двум важным темам – 210-летию со дня рождения великого классика отечественной поэзии и изданию альманаха с произведениями членов Союза писателей. Подробности в сюжете Артура Мхце. 210-летний юбилей со дня рождения великого поэта России не мог пройти в Карачаево-Черкесии обыденно. Тем более, что для Кавказа Михаил Юрьевич Лермонтов имеет особое значение. Михаил Юрьевич Лермонтов всегда ассоциируется с Кавказом. И мы не могли бы не отметить этот день. Литературное сообщество тоже со своей стороны отмечает такие дни. И главное то, что мы сегодня все собрались и вновь говорим о литературе, об искусстве, о культуре. Это то ценное, что объединяет нас. Это объединяет все народы. Прошедший в библиотеке имени Халимат Байрамукова фестиваль «Лермонтовские чтения» собрал представителей творческого сообщества Карачаево-Черкесии. Произведения многих участников форума стали частью альманаха, издание которого было поддержано региональным министерством культуры. Проект двухлетний, собрал практически всех наших писателей, ныне живущих. И я думаю, тот небольшой тираж, который мы сейчас представляем, в основном это авторские экземпляры и экземпляры для библиотек, будет доступен не только тем, кто придет в библиотеку, но и тем, кто сможет онлайн скачать это произведение, полностью познакомиться с нашими писателями и уже, немножко прикоснувшись к их творчеству, сходить в библиотеку и там уже взять какие-то книги из их обширного творчества. Это издание произведений поэтов и писателей Карачаево-Черкесии как определенная вершина, которую достигло воссозданное пару лет назад республиканское отделение творческого объединения. Работа, которой по праву могут гордиться все участники проекта, от руководства профильного ведомства до редколлегии и авторов. Альманах нашей республики издается впервые. До этого и даже при советской власти мы хотели издать. Ну, писательская организация этого не получилась. Ну, нужны деньги, а денег-то и не было тогда. Ну, в последнее время, конечно, у нас отношение наших руководителей республики к писателям, к поэтам, творческим работникам изменилось. Они уделяют большое внимание. Альманах, он сам по себе есть явление истории литературы, есть явление сохранения литератур народов Карачаево-Черкесии. И такая необходимость существовала уже давно. И вот, наконец-то, мы получили этот альманах, будем листать и знакомиться с материалами, которые там опубликованы, появились. В этот день чествовали участников конкурса чтецов. В рамках заседания круглого стола обсуждали популяризацию произведений поэтов и писателей Карачаево-Черкесии, в том числе за счет песен и фильмографии, а также наметили перспективные планы, стоящие перед региональным творческим сообществом. Артур Мхце, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.